Друзья, всем большой привет от этих забавных зеленых мартышек, которые обитают в Ялтинском зоопарке «Сказка». Вот, как они ухаживают друг за другом. В общем, время проводят интересно, не скучно. Раньше они обитали на территории Африки, но из-за того, что их хорошо люди сумели приручить, они распространились постепенно и в Америке, и в Азии. И хорошо чувствуют себя в качестве домашних питомцев. Ну и, соответственно, потом уже вышли на просторы дикой природы. Так что эти обезьянки очень приспособленные. В отличие от своих собратьев, много времени на деревьях не проводят. В основном ночуют на них. А в поисках пищи часто опускаются на землю. Вот какие красавчики, на которых можно полюбоваться. В Ялтинском зоопарке «Сказка». Огромное спасибо за видео Ирине Вронской. Вам, друзья, за ваши комментарии, лайки. Не забываем подписываться на канал. Всем мира и добра!